Так, всем привет, это у нас Gadget News. LEGO S8 Pro с безрамочным экраном с соотношением сторон 18 к 9 выйдет в октябре. Компания LEGO намерена выпустить в октябре сразу два смартфона с безрамочным экраном LEGO S8 Pro и LEGO S8. Различаться они будут практически во всем, за исключением соотношения сторон дисплея 18 к 9. LEGO S8 Pro оснастят 6-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей. 6 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, двойной камерой производства Samsung и OVI. В то же время LEGO S8 получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей, процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, аккумулятор LG на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Примечательно, что LEGO S8 оснащает 4 камерами. Двойной основной от Sony и OVI, и на 13 мегапикселей они будут значиться соответственно, а также двойной фронталкой производства OVI только на 8,2 мегапикселя. Розничная цена LEGO S8 составляет 170 баксов. Между тем, LEGO S8 Pro будет доступен всем желающим по цене всего лишь $300. Ну, как-то всего лишь дороговато для китайца, если честно. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!